Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Буянов Дмитрий, я любитель-художник. Мы сегодня с вами вновь будем говорить о картинах русского стиля. Сегодня мы разбираем с вами творчество Николая Васильевича Гоголя на основе картины и сюжета «Ночь перед Рождеством». Картина называется «В гостях у Солохи». Ее информационное воздействие, а также воздействие в декоре вашего жилища будем разбирать далее. Картина «В гостях у Солохи». Сюжет картины создан по мотиву произведения Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Сам символ великого писателя расположен в левом нижнем углу полотна в виде виньетки с изображением Гоголя. Картина погружает нас в народные сказания, записанные и художественно воплощенные в литературном произведении Гоголя. Шинкарка Солоха встречает своего любовника Чертенка в рождественский сочельник. Бесенок попадает в хату Шинкарки через печную трубу, как и полагается нечистой силе. Малоросская крестьянская изба на картине по-праздничному прибрана и переносит нас в свою уютную атмосферу домашнего тепла в зимнюю пору. Но ни страха, ни ужаса мы не испытываем при виде данного полюбившегося гогольского сюжета, так как все персонажи глубоко сатиричны и являют собой больше языческие сказания про веселого сатира и нимфу. Гоголь умел мастерски облечь в христианские мотивы древние языческие поверья. Даже Коляда, праздничные ритуальные песнопения, сопровождающие веселым маскарадом, это воспевание древнего праздника Колы, солнца. Отсюда название «Коляда» – «Колядовать», позже приспособленное византийским христианством для своих целей. Но народная память не позволила полностью вытравить великолепный былинный мир. Древняя архаика заключена и в смысловых символах, например, в узоре птицы Гамаюн на печи или в дубовой бочке, словно намекая на пушкинский мотив сказки о царе Салтане. Мы видим, как легко сочетается в поведении Солохи номинальное верование в навязанную религию и соотношение с иным языческим миром. Энергоинформационный фон картины прекрасно подходит для помещений, в которых черпаются новые знания, например, домашние библиотеки или для детских залов и спален. Картина поддерживает мощный эгрегор литературных творцов Гоголя и Пушкина. Само полотно является словно волшебным окном в мир высокой русской литературы, напоминающей древнюю самобытность, былинные сказания и архаику народной истории.